Здравствуйте! В эфире телеканала «Салям» выпуск новостей Акьярского телевидения. С ними вас ознакомят наши корреспонденты и я, Маргарита Тихомирова. Итак, коротко о главном. Ушла легенда башкирского рока. Начат отбор на службу по контракту. В единстве наша сила. Помощь семьям, участникам СВО. Нововведение в сфере охраны труда. Ушел из жизни талантливый музыкант, один из основателей башкирской рок-группы «Рух» Ирик Атанов. Его по праву можно назвать легендой рок-движения Республики Башкортостан. Им написаны десятки песен, ставшие настоящими хитами, не теряющими актуальности и сегодня. Перед районным домом культуры, с которым связана вся трудовая биография артиста, состоялся траурный митинг. На площади перед зданием районного дома культуры было многолюдно. Проводить в последний путь музыканта Ирика Атанова пришли его родные, друзья, коллеги, одноклассники, представители администрации, жители района и просто поклонники его таланта. Башкорт рогина негет халап, рух туркими барлыка келтиреп, хам бүгінгі күнгі хатлем хайбулла ерен, башкорт роги түяге итеп, Янгараткан, бүгінгі башқұрт рогын хақлап алып келген, якташыбыз, музыкант, композитор, шахысыбыз, бізің арынан кетті. Қостыбыз Баласақтан, атаһынан көріп, музыка яратты, күйлер язды, атаһы гармонда ойнай тұрғаны. Келхәң, комнатаһына бикленіп отырып, матур күйлер яза тұрғаны. Бәлекей генә мәктәп сагындай шу. Әйе, бик зур кайгы килде. Барлык туугандар исеменен бүтәгезгә лә безнең кайгыбызны уртаклашырга килгән өчен зур рәхмәт белдерәм. Ирек кустыбыздан караңгы күрдәр якты бүген тар кабердәр иркен. Арты хәерле бүген. Килингә Атанов Ирик Насибулович родился 16 мая 1970 года в селе Акьяр младшим ребенком в многодетной семье. С детства увлекался музыкой. Окончил школу номер 2 села Акьяр, затем в училище номер 63 города Уфы получил специальность радиомонтажника. После окончания училища служил связистом в рядах Советской армии. Трудовую деятельность начал методистом районного дома культуры и руководителем народного вокально-инструментального ансамбля «Рух». И на протяжении более 30 лет оставался верен музыкальному искусству и своему району. У музыканта жизнь устроена иначе. У музыканта ранимая душа. Чтоб все успеть, они живут спеша. Но жизнь, увы, не полоса удачи. И выпадает инструмент из рук, и рвется голос, не допев немного. Из скорбных нот щемящий медный звук их провожает в дальнюю дорогу. Пусть миром были признаны таланты, не легче нам от этого почесть. Друзья уходят, уходят музыканты, и только память остается у нас. Спи спокойно, дорогой друг. Все, кто знал Ирика Атанова, лично отмечают, что по своему характеру он был добрым, жизнелюбивым, отзывчивым и чутким человеком. Никогда никому не отказывал в помощи, очень любил свою семью. Его безвременная кончина стала страшным ударом прежде всего для его близких и родных. Я когда в 10 класс пошла, за руку его в 1 класс проводила. С детства он любил музыку. В классе 5 начал интересоваться гитарой. Двоюродный брат учил. Потом они в школе школьный ансамбль организовали. И потом вот начал писать песни и стал знаменитым. Смерть не спрашивает. Иркутском-то не смогли сберечь. Но его песни
вечно будут жить. Алла Берга, его новые песни у меня лежат, я обязательно вытащу его песни, пусть народ слушает. Вечно будут жить песни. Спи спокойно, мой братик. Мечта заниматься музыкой и создать свой коллектив стала решающей в выборе жизненного пути Ирика Насибуловича. В начале 90-х он и его друзья, только вернувшиеся с армии молодые талантливые ребята, решают создать свою группу «Рух». Альберт Габбасов, основатель группы «Дервиш», предлагает им для репетиции студию в селе Макан, где у них была неплохая по тем временам аппаратура. Ребята с вдохновением принимаются за работу, много занимаются, сочиняют новые песни. И вместе с «Дервишем» начинают ездить с концертами по району. Ирик Атанов был основным автором музыки, сольных партий и аранжировок песен. Удивительным образом в нем и его творчестве органично сочетались мелодии башкирского народа и современный рок. До последнего дня он жил творчеством, сочинял музыку, делал аранжировки, пел на публике. Выступление на вечере шансона стало одним из его последних. 18 апреля он вместе с группой планировал принять участие на концерте в Уфе, но, к сожалению, не успел. Дождь, дождь, приходи, приходи веселый. Для формирования дополнительных сил специальной военной операции в республике сформирован штаб по отбору на военную службу по контракту. С целью создания такого же штаба в Хайбулинском районе в здании ДСАФ собрались представители администрации района, общественных организаций, ветеранских объединений, военнослужащие, проходящие службу в специальной военной операции, контрактники, главы сельских поселений. Мы сначала предполагали на базе военкомата, но вот по предложению или, скажем, по согласованию с Фаэтом Галиевичем сделали на базе ДОСАФа. Здесь мы предполагаем, что в будущем у нас появится место возможного информирования, получения материалов, заявлений и все остальное. То есть у нас должен появиться некий штаб. В работе собрания приняли участие председатель Совета Башкирского республиканского отделения «Боевое братство» Хайрат Тактаев и инструктор пункта сбора на военную службу по контракту город Уфа Максим Кох. Они подробно рассказали об условиях поступления на военную службу по контракту, требованиях к соискателям, необходимых документах, денежных выплатах, социальных гарантиях и льготах. Будут установлены мобильные пункты отбора на территории района. То есть там тоже будут сидеть волонтеры, будут на все интересующие вопросы отвечать граждан, которые будут заинтересованы в поступлении на военную службу по контракту. С каждым гражданином все прорабатывается индивидуально. То есть каждому помогаем, каждому объясняем, что как делать. Также на встрече были озвучены проблемы, которые возникают при прохождении медосмотра. Об условиях, в которых проходит служба, о проживании, обеспечении всем необходимым, рассказали участники специальной военной операции. Сейчас вот формируется у нас 2 батальона, и нужны как бы нам добровольцы, так скажем. Бояться не надо, за свою страну как бы надо всегда выходить, надо защитить свою родину от этого неонацизма, так скажем. Чтоб наши дети вот этого не видели, как бы, и если есть желающие люди, чтобы защитить свою, всем предлагаю идти. Представители ДСАФ сообщили о выполнении ими оборонного заказа государства в части подготовки военных водителей. На сегодняшний день они планируют проводить обучение по программе «Военная подготовка» с гражданами в возрасте от 18 до 50 лет и старше. Также на их базе в ближайшее время заработает мобильный пункт по отбору на военную службу по контракту. В целях поддержки наших ребят, участвующих в специальной военной операции, и их родных, в республике проходят различные акции и мероприятия. Недавно в Хайбулинском районе прошел патриотический концерт «Башкирская весна» с участием мастеров искусств Сибайской филармонии и районного дома культуры. Подробнее в следующем сюжете. Ватандыр әу әсә шекілі, әсә ғымақ қылы қысағына,
Илен бергейеп үттірді. Бен үлімге индік еңір үсін. Халдаттары бұлдың илімдің. Көтердік бір тұған ил байрағын. Келесегін яқлап ерімдің. На улице весна, тепло, но где-то идет война, взрываются мины, гибнут люди. Наши ребята, земляки, принимают участие в специальной военной операции. Ценой своей жизни они защищают интересы нашей страны. С начала мобилизации у нас в районе не было ни одного факта уклонения от службы, отметила в своем выступлении заместитель главы администрации Хайбулинского района по социальным вопросам Роза Расимбетова и призвала всячески оказывать помощь нашим военнослужащим и их родным. Мы должны время от времени собираться таким образом и отдавать дань тем, кто погиб, защищая нас. Выражать уважение, поддержку тем, кто сейчас защищает нас. И намечать планы, чтобы их в дальнейшем поддерживать и понимать, что наше дело правое. На мероприятии приняли участие наш земляк, духовный наставник башкирских добровольческих батальонов Хамза Хазрат и председатель Союза общественных инициатив Зауралья Радик Бакиров. С началом специальной военной операции наши бойцы проявляют смелость, стойкость, героически и храбро сражаются. Сейчас для них очень важна любая наша поддержка, отметили они в своих выступлениях. Они тоже, как наши предки шаймратовцы, кавалеристы 101 раз дивизии, такие же героические поступки совершают. Они всегда в авангарде, они всегда на штурме, они всегда на передовом. Поэтому любят наших бойцов высокостоящие командование и, естественно, их отправляют всегда на ответственные задачи. У нас работает в республике волонтерский штаб предпринимателей республики. Очень тоже готовят большую гуманитарную помощь. Уважаемые хайбулинцы, пусть победа будет скорее за нами. И то, что мы сейчас делаем для наших бойцов, пусть он продолжается. И я призываю никому не оставаться в стороне, потому что вместе мы сила. Главными гостями концерта «Башкирская весна» стали участники специальной военной операции, вернувшиеся в отпуск, и члены их семей. На мероприятии также собрались все неравнодушные жители нашего района, от мала до велика, многие из которых постоянно оказывают благотворительную помощь. Среди них были и волонтеры, которые в данное время собирают финансовую помощь для покупки автомобиля и отправки его в зону боевых действий. На концерте прозвучали трогательные слова, песни о родной земле, о любви к родине. Артисты Сибайской филармонии районного дома культуры особенно чувственно исполняли свои номера. Поэтому в зале районного дома культуры воцарилась атмосфера патриотизма, гордости за наших ребят. Каждый исполнитель, каждый житель, каждый участник до того вошел не то, что в этот образ, а проникся именно своей душой. Но это просто на все какие-то возможные проценты. Эмоционально, до слез и, главное, душевно. Мы будем верить в то, что все вот это страшное когда-то поскорее закончится. Всем желаем скорейшего возвращения в свои семьи, в свои дома, вернуться к своей профессии. Служите России, служите родине, служите России, удивительной стране. Любовь к родине – это то, что нас всех объединяет. Мы должны ее оберегать и защищать. Сегодня, как никогда, важно быть вместе и действовать сообща. Беречь настоящее, создавать будущее, верить в наших воинов, в наших защитников. В единстве наша сила, и только так мы сможем одержать победу. Нурия Байгужна, Ингур Кымгужин, Гумнасурина, служба новостей, село Акьяр. В начале этого года в здании службы семьи заработал Центр комплексного сопровождения семей участников СВО. Открытие стало возможным благодаря участию автономной некоммерческой организации «Зауралье» и Юго-Восточного центра «Семья» в конкурсе на грант президента Российской Федерации. Проект носит название «Живи».
В центре можно получить юридическую консультацию и помощь психолога, оформить ряд документов, касающихся социальных выплат и льгот. Также действует отдел по сбору гуманитарной помощи и пункт проката товаров для детей и первой необходимости. Недавно в Центре комплексного сопровождения семей участников СВО провели выездной прием специалисты службы семьи Зилаирского района и города Сибай. Клинический психолог, юрист и специалист по социальной реабилитации провели индивидуальные и групповые консультации. Мы организовали интернет-доступ бесплатный, работа на компьютере, то есть они могут воспользоваться как госуслугами и любой другой работой, которую они могут проводить в интернете. И также имеется детская игровая зона, где могут также приводить своих детей, и специалисты могут с ними позаниматься и поиграть. Атмосфера, значит, обустроенные кабинеты для жителей, для семей, они предназначены для того, чтобы они могли обратиться, получить любую помощь, услугу и просто отвлечься, наверное, от мирской суеты. В администрации района совместно с учебным центром ВИТИС-М и отделом Центра занятости населения был проведен обучающий семинар применения трудового законодательства в современных условиях изменений Трудового кодекса Российской Федерации. На мероприятии были приглашены руководители и специалисты по охране труда различных учреждений, сельских поселений, индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной ответственностью. Были обсуждены вопросы нововведений в области охраны труда, порядок обучения, обзор типичных нарушений в этой области, особенности ведения охраны труда в микропредприятиях и ИП. Данный семинар прошел в рамках месячника охраны труда. Это организовано для того, чтобы с 1 марта 2022 года у нас изменился трудовой кодекс, введены новые статьи. И в связи с тем, чтобы у нас руководители организации специалистов по охране труда, рекомендации, методическую помощь мы совместно с Центром занятости Зауралье, с учебным центром ВИТИС-М организовали обучение. Школьникам, учителям и любителям поэзии представилась уникальная возможность ближе познакомиться с поэзией известного советского поэта Роберта Рождественского. В районном доме культуры села Акьяр состоялся моноспектакль «Рождественские чтения», представленный дочерью поэта Екатериной Рождественской. Далее подробнее. Будьте счастливы, человеки, люди умные, люди сильные. В истории СССР и России эпоха 1950-1960-х годов вошла как оттепель, и первые несколько лет стали настоящим поэтическим бумом. Появилась новая так называемая эстрадная поэзия, открытая широкой публике, заполнявшая большие залы и даже стадионы. Одним из ярчайших поэтов того времени был Роберт Рождественский. Он автор более 30 лирических сборников, переводчик, телеведущий. Его первое стихотворение было опубликовано, когда поэту было всего 9 лет. Роберт Рождественский – лауреат Государственной премии СССР, воспитал двух дочерей. О своем отце, великом поэте и удивительном человеке рассказала на встрече писатель, журналист и фотограф Екатерина Рождественская. Знаете, когда великий человек живет рядом, когда это отец, ну, это другое отношение. Но я видела, с каким трепетом относятся к нему люди, которые его слушают, которые на него смотрят, когда он читает стихи. Я понимала, что он совершенно необычный, не от мира сего. Поэтому, ну, дома он был абсолютно простой, очень добрый. Он был человеком большого сердца. Вот если медицинский термин «большое сердце» – это плохо, то в человеческом плане это очень редко, очень хорошо. Поэтому он был именно таким. Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяну. Голос тихий и глубокий. Многие стихотворения Роберта Рождественского – «Мгновение», «Песня о далекой родине где-то далеко», «Ноктюрн», «Эхо любви» и другие – положены на музыку. На сегодняшний день они вызывают интерес и у современной молодежи. Переделав песни на новый лад, они дают песням новую интерпретацию. Oh,
Рождественские чтения прошли в формате открытого урока. В произведении поэта ярко отражается судьба целого поколения с переживаниями и радостями, обретениями и потерями. Написанные им стихи современны и актуальны до сих пор. В них дань уважения к истории, патриотизм, восхищение женщиной и лиризм, высокий слог и ирония. Невеликая награда, невысокий пьедестал. Человеку мало надо, лишь бы дома кто-то ждал. На встрече прозвучали произведения поэта. Талантливый актер Евгений Волков очень легко и доступно смог передать эмоции, душевное состояние поэта. Каждый, кто пришел сегодня на мероприятие, смог узнать что-то новое о Роберте Рождественском, о его жизни, и получил огромное удовольствие от встречи. Мы, когда узнали об этом, сначала даже не поверили, что такая прекрасная возможность есть, что к нам в глубинку приедет дочь известного писателя. Мы преподаем урок литературы, многие учителя были, коллеги мои сегодня. И поэтому такая встреча, мне кажется, это редкая возможность пообщаться напрямую, прикоснуться снова к творчеству Роберта Рождественского. Тем более его дочь Екатерина, она рассказала такие редкие факты, которые вполне возможно нигде и не описаны. И мы очень вдохновленные этой встречей, очень радостные, довольные, полные впечатлений. Идем домой. Потом на уроках обо всем этом расскажем. Раньше не была знакома, но вот сегодня, благодаря этому торжеству, я узнала, кто это такой. Мне понравились его стихи и произведения, потому что они воодушевляют, прям мотивируют. Как и люди, историческая память имеет свойство умирать и стираться. С течением времени творчество многих поэтов, писателей забывается. Сегодняшняя встреча еще раз доказала, как важно, особенно для молодого поколения, рассказывать о них не только на уроках, но и проводить живые встречи. Я хочу, чтобы вы имели силу противостоять всем тем трудностям, которых хватает у нас в жизни. Будьте счастливы. Мария Байгужна, Эльнур Крымгужин, Гульна Сурина, служба новостей. Могут ли гражданина, призванного на срочную службу, отправить в зону СВО? Военнослужащие по призыву направляться для участия в специальной военной операции не будут. Срочников заставляют писать заявление, что они готовы выехать в зону боевых действий. Законно ли это? Военнослужащие по призыву не принимают участие в СВО. Принуждать их заключать контракт на военную службу нельзя. Если же военнослужащий по призыву, отслуживший минимум 3 месяца, добровольно примет решение заключить контракт на прохождение военной службы, он может отправиться в зону прохождения СВО в статусе контрактника. Можно ли отказаться от службы по призыву и пойти добровольцем в зону СВО, если уже пришла повестка? Нет, отказаться от прохождения службы по призыву нельзя, но ее можно заменить военной службой по контракту. Граждане, не состоящие в запасе вооруженных сил Российской Федерации и получившие высшее или среднее профессиональное образование, вправе заключить контракт о прохождении военной службы. Добровольцами могут стать только граждане, прошедшие военную службу и состоящие в запасе вооруженных сил РФ. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание и до новых встреч! Стоматология Медента – это опытные стоматологи, удобство обслуживания, психологический комфорт, высокотехнологическое оборудование и системы. Все это мы сделали для вас, уважаемые пациенты. В Медент уходим всей семьей, очень довольны, персонал очень вежливый, качественно делают, очень довольны. Консультации специалиста и снимок всех зубов бесплатно. Скидки на лечение, гарантия 1 год, рассрочка без участия банка. Звоните 8-967-777-0011. Наш адрес – село Акьяр, улица Салавата Юлаева, дом 22А. Thank you.
Юмабике Ильясова. Салават. Юк. Башкаса була алмай ине. Башка юлдаруга юк ине. Унын өсін хаклык яулау юлы ейэхнен осыр ук ине. Юк. Башкаса була алмай ине. Кыркып алган сакта танауын ғырур қалу. Тыныс қалу менен үтті халық, тарих анауын. Юқ, башқаса бұла алмайыны. Күрір ғазаптары, язағы, дингіз қояғына қадақланғаз, тұқтамай сағызлар ярағы. Юқ, башқаса бұла алмайыны. Хәләкәтлі яуға ингенде білейіні. Батырлығы хақы маяк болып қалыр илінде. Құрай, буранлы түн қардар яуа бұрап, қолдарымда ойнай бір құрай, бұрандарда өзі ойнай құрай, ил язмышы итіп мұң құрай. Құрай, құрай қайым, Урал, Урал қайым, Урал тау қайдары көк икән, Уралқайың үсін ай хызланхан, Юрек мұңдарыңды түк икен. Уралқайдың хәтфе болындары, Урмандары бигрек куп икен. Хақ язмышың уның білген келхе, Кешелерін барып күр икен. Уралқайым, сорналғанхың мұңға, Ихласлықта тиген алтынға, Ихласлығын хақлап қала алыр, Сабырлық бар әлі халқымда. Буранлы түн, қардар яуа бұрап, Қолдарымда ойнай бір құрай, бұрандарда өзі ойнай құрай, ил язмышы итіп мұң құрай. Мен иланым тағы бәхетімден. Бұл кез қапыл келді илағым. Бір илағым келді туйғансы. Көңілдегі бүтті әрнөдерді. Күз ештәрім менән яуғансы. Мин иланым ешлік үтуіне. Күз түбіне, ятуына ғырдар, Йүр үттінен қыдыр осып үрі, Дистердәрім түгіл бүтен қыздар. Мин еш түктім үткен күндер үсін, Қабул болмай қалған қиял үсін, Уақ мәшәқәт менән ұнытқанға, Изгі хистер, Тәуге хейу түсін. Бик хағындым алыс баласақты. Хәр бір таңдан мөғжизелер асқан, Дүнялағы бүтті бәлелерден Әсейімдің құсағына қасқан. Мин иланын ене қуаныстан, Күкке құяш қалқырына балқып, Икі матур бала мұсуіне, Сәскә көк шул құяшқа бағып. Мин иланым ене қуаныстан, Мин иланым инде илақлықтан, Мин сафландым, ямғыр яу бүткес, Шулай яқты бұла қайынлықта.